Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в наш комитет по вопросам женщин, семьи и детей обратилась целая группа депутатов Хабаровского законодательного собрания, и мы вот сейчас, буквально накануне пленарного заседания, провели расширенное заседание комитета с приглашением представителя Министерства образования, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения. Смысл такой: в Хабаровском крае, в образовательных организациях, то есть в школах, открыты пункты вакцинации распоряжением местных властей. Ни в Минпросе, ни в Минздраве об этом не знают. Роспотребнадзор заявил, что они тоже об этом не знают, и распоряжений таких не давали, но крайне удивлены подобной ситуацией. Потом в ходе обсуждения уже выяснили, что таких школ 10, Минпрос дал информацию, и по субботам с 14 до 17 там вакцинируются взрослые люди. Мы считаем, что это создает все-таки опасность для детей. Внесите проект протокольного поручения, проработайте его в течение дня с профильными комитетами, и мы его в конце заседания рассмотрим в соответствии с нашим регламентом. Коллеги, нет возражений? Нет. Просьба тогда руководителей комитетов по охране здоровья и просвещению подключиться к этому и внести соответствующие предложения по формулировкам.